Жизнь после карнавала. Екатеринбург с трудом возвращается в рабочий режим после вчерашнего матча между сборными Перу и Франции. Тысячи южноамериканцев устроили горожанам настоящий праздник. Но, к сожалению, сами уезжают от нас расстроенными. Их команда не смогла обыграть французов. Единственный гол стал для южан роковым. Их команда потеряла шансы на завоевание Кубка мира. Поэтому после матча в центре города радостные кричалки сменили грустные и редкие восклицания. Я очень огорчен. Я ждал того, чтобы оказаться здесь, на чемпионате мира, целых 46 лет. Но я все равно верю в свою сборную. Утешая себя, фанаты замечают, уже само участие в чемпионате мира для сборной Перу – огромный успех. Поэтому поддержать команду на другой край света в Россию отправились 45 тысяч болельщиков. Многие потратили на это все свои сбережения. Мечта увидеть сборную в плей-офф разбилась в Екатеринбурге. На улицах после игры непривычно тихо. Зато горожанам наконец удалось услышать европейских болельщиков. Французы, которые явно в меньшинстве, с удовольствием фотографировались с прохожими и радовались своей победе. И все иностранцы одинаково сердечно благодарили Екатеринбург за теплый прием. Это отличная игра. Спасибо, Екатеринбург. Отличный город, отличное место. Спасибо. Мы любим Россию. Русские – лучший народ, который я только встречал в своей жизни. Россия навсегда.